Рука моря дуб зеленый, золотая цепь над убитом. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит. Русалка на зях сидит. Александр Сергеевич, в каких местах мы встретились снова? Если вы считаете, что вас нечему больше удивить, на самом деле это не так. И вот вам пример. Здесь живут даже золотые рыбы. Смотри, там рыбы. Ага. Нравится? Заводит налево сказку, говорит. Там чудеса, там леший бродит. Русалка на зях сидит. Ну, честно сказать, тут невозможно грустить. Что-то необычайное. Как же хочется посмотреть на этих ежек. А здесь их много. И такая бабка-ежка. Это из какой сказки? С яблочком. Из «Спящей красавицы». Пошли дальше смотреть. И на ступе бабка-ежка. Она похожа, как из Лилаша. Точно. И зуб у нее один. Не один, а два. И еще какая-то бабка-ежка с ежиком. Она с ежиком. Точно. Коли прямо пойдешь, друга раздобудешь. Коль налево пойдешь, и ты весел будешь, вправо, ежели пойдешь, вольную волю обретешь. А коль с мечом придешь, от меча того и падешь. Да, тут хватает героев сказок, и сам себя чувствуешь каким-то сказочным героем в таком окружении гор. И такой красотищи. Глазами смотреть, руками не трогать. А вот это цветочный фонтан! Земляне! Какая космическая площадка! Вперед, Катя! Таких мы еще не видели. Полетели дальше? Ух ты, какой ход интересный! Тут космодин! Вау, тут такие горы! Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И нажимайте про колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ой, как ты... Сюда! Эй, выпустите меня отсюда! Я акула туру-ру-туру, я акула туру-ру-туру, я акула туру-ру-туру, я малыш. Еще. Я акула туру-ру-туру, я акула туру-ру-туру, я акула туру-ру-туру, я малыш. Я мамуля туру-ру-туру, я мамуля туру-ру-туру. Развлекательный центр. И теперь мы попали внутрь. Катя, смотри, как красиво.
Ну что, пойдем на четвертый уровень? Пойдем. Ну как? Ой, как в космосе. Полетели! Привет лунатикам! Привет лунатикам. Планета Земля. Дальше. Вот она, Земля. 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 О, космический лифт. Полетели. Смотрим, что там. Четвертый. Четвертый. Да, ух ты, вау. Вау. Вау, ах ты. И тут космос под ногами. Мы на четвертый этаж пойдем. Вниз. Вау. Ну как, вкусно? Лайк. Вкусно лайк. И вот такой отсюда. С обзорной площадки открывается великолепный вид. Я скажу честно, здесь так восхитительно и удивительно на этой площадке. Просто глаза разбегаются от всей красоты, ну, на которой мы завтра еще, я надеюсь, взберемся. А сегодня мы пойдем еще прогуляться, но нам здесь очень понравилось. Сегодня мы прогулялись, а завтра мы поедем в горы. Всем!